Глядачі, вистояємо поширюйте, коментуйте лайкайте. Ми сила. Українська армія продовжує движение вглуб Донбасса. Очевидці сообщають о бронетехніки в в нескольких населених пунктах к востоку от ріки Оскол. Спеціально залишимо мовою оригіналу для росіян, які чотири місяці штурмували ті позиції, а ЗСУ відбили їх за тиждень. Що з лицем загарбники? Подрозділення української армії в рамках наступлення взяли під контроль село Піски радьковське в лівобережній часті Боровської громади Харківської области. Таким образом, ВСУ де-факто начали операцию по освобождению левого берега реки Оскол. Об этом сообщает информационное агентство со ссылкой на публикацию Боровского поселкового совета, который первым сообщил про освобождение населенного пункта. Пески Радьковские уже находятся под контролем ВСУ, но украинские военные пока еще обнаруживают там группы российских военных, проводят зачистки, разминирования. Местные жители радостно встречают наших воинов, пытаются помочь в бытовых вопросах, готовят для защитников еду, со слезами радости на глазах благодарят за освобождение, отмечено в сообщении. Более того, поступает информация о том, что российские оккупационные администрации покинули населенный пункт. Вместе с ними пустились в бега и местные коллаборанты. Местные жители, которые остаются в своих домах, прячутся в подвалах, ожидая окончания операции по зачистке российских оккупантов. В рамках наступления украинских военных на Харьковщине ВСУ освободили Купенск-Узловой. Официальное освобождение под Утвердил глава местной военной администрации Олег Сенегубов, по словам которого под российской оккупацией остается всего 6% области. В свою очередь, российский блогер Олег Кустанов призвался отечественников очнуться от милитаристского угара. Мобилизация показала, что во главе Российской Федерации стоит безумный человек. Он обрекает десятки тысяч россиян на смерть в захватнической войне. Путин мобилизацию объявил: ну что, как поживаете? Нормально? Поняли теперь, какой он дебил? Он нам всю жизнь искалечил. Жрать нечего, цены космические, от нас все отвернулись, Европа закрыта, рассказал блогер. Он поблагодарил Бога за то, что по отцу является казахом. Блогер призвал россиян, которые могут попасть под мобилизацию, срочно бежать из страны. Бегите, на войне погибнете. Украинские войска сейчас так заряжены, мама не горюй, у них НАТОвское оружие, а у нас сковородки с пукалками. Если не хочешь умереть или сесть в тюрьму, беги, заявил Кустанов. Он удивлен, что у Владимира Путина все еще остаются сторонники в России. Блогер заверил, что диктатор не остановится на частичной мобилизации, будет гнать на фронт все больше и больше мяса. «Кому нужна эта война? Никому. Не нужно лезть на чужую землю, не нужно лезть в чужой дом», – констатировал Кустанов. До встречи, глядачи! Вы стоимо поширите, комментуйте, лайкайте. Мы – Сыла.